Что такое 2 метра? Гляди. Вот это раз, два, вот все. Больше не отставай друг от друга. Ну и ближе, 1,5 метра не подходи, начинайте наступать. Так, за руки взять, я вокруг лагеря, пошел. Держите, 1,5-2 метра между собой. Никита, сильно не торопись. Не отставать, сказал. Почему не шел 2 метра? Так, вокруг. Кто правильно шел, не будет идти. Пошел вокруг, бери за руки. Остальные заходите. Переодевайтесь, победы будем. Становитесь в одной линии, вот так вот, рядом, в ряд, становитесь. Поближе ко мне. Вот зачем это? У нас от маленько, сзади, прямую линию создайте. Вот так, слушайте внимательно. Как худо ходить, как в церковь, вы идете в церковь, у меня никогда не было. Вот это вот я нарисовал пары, вот идут, за руки держатся, вам это понятно? За руки держаться. Через дорогу ли идете в городе, везде держите. 4 глаза лучше. Заметил, что другого дернул. Между этими расстояниями, которые сзади идет, 1,5-2 метра. 1,5 это вот я руки раскинул. 1,5. 2 это чуть побольше. 1,5 метра держите. Отстали 5 метров, 10. И не знаю, что ли они придут, то ли нет. Ни по ягоды, нигде мы так не ходим. Кто отставал сегодня? Так, выходи сюда. Почему отставал? Объясни. Ну почему? Я не пойму. Что все мы вместе, это абсолютно везде во всем мире. Ты отдельно отделился, я не знаю, то ли ты есть, то ли нету. Мы не можем на каждого старшего отдавать. Один старший должен идти сбоку, смотреть за вами. Вы посмотрите на наши фотографии, те годы как было. Сейчас за руки возьметесь и вокруг нашей новой столовой еще обойдетесь. Внимание, смотрите. Вот за руки. И между вами не ближе 1,5 метра. Почему? Друг другу подножки дают. Тут все мы видим. Наступают. Что попало? Пинаются. Сзади идет. Вот как конь его легнул. Мы раздвинули до 2 метров. Этого не будет. За руки возьмитесь. Мальчики идут впереди. Никита, веди их.
Ты не, Никита, ты не должен стоять в очереди. Ты должен сбоку идти командовать. Никита, отдай пару ему. Пусть новая пара составится. Возьми Ваню другого. Ваню, возьми второго. Ты не знаешь, как это? За руку возьми его. Вот так, за руку. Отпустите его. Ты другую пару составь. С кем-то еще возьми. Ну, кто-то там есть, подойди. Ну-ка, встаньте, вот полтора метра. Так. Становись, полтора метра. Становись, вперед. Девочки. Полтора метра вот так вот. Так. Давай сюда, полтора метра. Повернись к ним. Так, мальчики еще есть, нет? А что он один идет? Полтора метра. Так, девочки, зачем вплотную подошли? Между вами должно быть полтора метра. Пара, ты колоник держи. Еще полтора метра, еще полтора, еще. Все. Так, пошел. Вокруг. Не отставай. Просто смотри, это два метра. Только шагнули, уже опять все из головы вылетели. Ну беги туда, за ними. Так, становитесь, кто на молитву. Помолимся. От горшков отойдите маленько. От горшков. Ну, дальше. Давайте на молитву становитесь. А там в пионерских лагерях и в туристических лагерях везде учатся ходить, чтобы вместе. Так, Саня, Господи, благослови нас. Велика милость Твоя, что Ты долготерпеливый и многомилостивый. Прибуди с нами. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Матери Ваши говорили, что Вы ходили в церковь. Ну, ходи туда. Андрей, Кирилл, Андрей, где? Выходи. Ты ходил раньше в церковь? Да. А ты что стоишь во время службы? О, стоит, вытянулся. В церкви так стоять можно? Нет. Нет. Тарасий стоит вот так, как будто бы на палубе корабля. Почему ноги вот так держал? Тарасий, я с тобой разговариваю, выйди из строя. Почему ты ноги вот так держал? Когда вы устав считали, у нас написано ноги держать вместе. Это на корабле, когда корабль качает, там понятно. У нас один знакомый Тарасий в море. Ты стоял все время, оглядывался. Вот только оглядывается в церкви, не надо оглядываться. Написано не оглядывается, устав. Пошел, надел рваные штаны, коленка, все такое. Почему не смотрели за ним? Кто старше? Я виноват. Ну не надо, а то ребенок, за ним надо смотреть. Не оглядываться, еще раз говорю. Садитесь за стол. Платочки я забыл. Наверное, у всех платочки. Ну-ка, покажите. Так, у кого нету? Выходи оттуда. Видишь, сколько нарушений у тебя сразу пошло? Ваня, у кого нет платочки еще? Все раздают, раздают. Да, давай туда. Так, а где красная чашка? Тут далеко бежать, за крапиву тебя не будет видно. Садись, другой раз бегаешь. Да я откуда знаю, куда поставили красную чашку. Вон она ходит, красная чашка. А, Паша? Так, помощников дайте двух дежурных еще разносить. Давай, Паша. Да я вижу Ваню, папа там несчастный. Так, еще кого-то одного. Кто сегодня помогал-то? Так, кто хочет подежурить еще? Да ты маленький, упадешь. Вон, Ливия, вон. Вон. Вот, молодец. А потом отдельно поедите. Так, аккуратно. Я хотел там поужинать, только зашел, комарьё облепило, невозможно. Дальше бутылки, Люба остался квасом, куда дели его? Убрала, вас четверо. Ну ладно, не урони, подавай, подтягивай руку. Так, внимание, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь, во славу Божию. Николаевич есть здесь? Да. Он не будет, вон он. Володя, значит, налила. Три налили. Вот вам. Спасибо, Христос. Паша, ты дежуришь?
на ложку вас вами не пойму, просто так много. Так, ладно. Ребенку уже... Нет, кому там, давай постарше. Вот свое. Взрослому давай себе. Теперь по половинке. Нет. Виктор Николаевич, за стол давай. Пасится, запасился уже совсем, и то и ездит. Такую вкуснятину я ему прямо рекламировала, а он видите. У кого еще первого нет? Не-не. Так, он едет, Виктор, едет. Давай на стол, уха хорошая. Есть будешь, Витя? Да вот соблазняет меня. Чашки отдали большие, теперь ему придется. Ну ничего страшного. Давай. Колу в маленькую налить. Упаститься. Она валится сейчас. Чувствуешь? Слушай, ты тогда пересядь на другой стол, тут Витя сядет. Виктор, иди забирай. Ванюш, пересядь вот сюда, пожалуйста. Здесь может сесть. А Володя? Я рядышком сажусь сюда. Вот тут он сидит. Так, сколько еще осталось? Я сюда сыто? Ты мне, да? Вам, вам. Я не считала. Забирай. Так у нас. Кому надо будет добавить супа, скажите. Суп, конечно, такой очень вкусный, пальчики оближешь. Я сама. Вот я минут. Сколько еще? Одна. Сколько еще? Слава все, Богу. Все, да все. У всех первая есть, дети. Или там 2,5. Она отвечает так, у нас десятилетний не ответит. Когда, какое сражение было, сколько убили. Они занимаются ими. Голос за кадром спрашивает, она отвечает. Вот у нас мальчики 6-летние, это вот, к примеру, вот такой вот. И они с автоматами ползают, под колючая проволока натянутая, чтобы он не зацепился. Они ползают убивать, стрелять. Но автоматы еще пока деревянные. И кричит Аллах Акбар. Слышали такое слово? Да. Что это означает? Слава Аллаху. Ну? Слава Аллаху означает. Что он говорит? Слава Аллаху. Нет. За Бога? Аллах Акбар. Аллах велик. Велик, это они верят в Бога Аллаха. Мы можем сказать Иисус Акбар. Но мы не будем это говорить. Мы и так знаем, что он велик. А мы ходить не можем, ходить, просто ходить не можем. Да какое это поколение? Мы Россия. Сейчас поедим, я пойду впереди вас, вы за мной пойдете, еще раз обойдем. Больше, вот, расстояние нигде, фрося везде отстает. Фрося брать надо просто привязывать веревочкой. Только пошли, уже все, она 5 метров сзади идет. А где вздумает, бежит как коза. Это вы ролик выставили, как японцы ходят. Точность их японская. Это удивительно вообще. И задом, и передом, и ну, посмотреть надо им. Это надо просто посмотреть вот на наш форум. Такого зайдите. Я даже и не думал, что так можно ходить. Японцы, и кто это? Это обыкновенные клерки какого-то предприятия. Они вперед, там кто-то команду дает, они бегом, или как сесть. Вот он стоит, ему надо сесть. Он не просто сесть, а он знает, смотри, что делать. Он, каждый вот так вот стоит, падает на руку, как колено, на правую руку. Сел. Все как один, и хоть 100 человек будет. Вперед нога. Так идет несколько человек, по 4 человека. И вот так, и друг друга пересекают, и ни один зад пятки друг друга не тронут. И задом также идут, и задом, нигде не передом, заденут. Как угодно. Надо все время тренировать тело свое. Вы знаете, что такое 100%? Кружка полная налить, это 100%. А если налить 4%, это только дёнышко, чуть-чуть. Такой человек обыкновенный, который учится в университете, он использует только 4% того, что Бог дал. А 96% не занят, и голова пустая. 4% всего.
А когда он не учится, у него там 0,5% нету. Он хуже животного. Я животные дрессировал, собак. Я занимался птицами. Они дрессировки поддаются, но не просто. Но можно научить его и по лестнице лазит, и лает, когда тебе надо, и найдет кого по следу. Здесь них друг друга теряют, идут рядом, уже растянулись. Как будто мы разные друг другу. Так, Фроси кто-то должен отдельно вести за руку. Фроси? Потому что она три раза ходили, три раза она отставала. Фроси, а мы с так, тебя спросим. За пару? Кто хочет с ней на пару идти, чтобы она не отставала? Вот руку да. Поднимает. Так, берешь ее за руку. Поняла? Фигалица. Вот мы стоим, смотри, вот Арсений, вот такое расстояние, как я, Арсений, вот так вот. И он, тут пара идет, тут пара, дальше пара идет, все. Так, чтобы вот руками раскинуть, друг друга можно было достать. Ближе не надо и дальше не надо. Как, Паш, подходит? Да? Подходит это? Так, все поели? Там что-то не допила. Не допили еще, не допила. Умастила все. Смотри, ловко какая. Давайте. Ходим сюда. Потом, Тимоша, доешь. Как идти быстро и не быстро? На место на лагере, да? Да, на вообще. Иди ко мне. Еще кто? А, вот так, иди. Если идет один мальчик остался, тогда девочка его берет за руку, чтобы один не шел. Я поеду. Держись. Так, быстро парами. Сообразуйтесь. Девочки, что-то устали впереди. Так, нет, вставать. Пошел. Ну а ты третью, куда идешь-то, когда мы двое идем-то? Ну куда? Я с Тарасиком, да. Ты перехвати его другой. Так, ты следующий отдай. Бери. Отступись от него, отдай ему пару. О. Бери, 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 Андрея, бери, мы догоняем. Девочка, вы жена. Так, давай. Сколько у нас? Пять, да? Так, не вставай. Там последняя пара отстала далеко. Тебе знаю. Как, получилось? Да. Да. Побольше? Я знаю, у вас побольше. Я у него побольше. Так, становитесь, так, кто у меня самая маленькая? Господи, слава тебе. Да будет благословенно это место. Благослови детей. Даруй добрые жители вселения сие. Расшири пределы наших общин, благослови приезжающих и отъезжающих. Даруй мир Израилю, России, Украине и всюду, где идут войны. Благослови правителей наших, Владимира, Дмитрия, также Барака, Александра. Даруй духовное рождение всем, и патриарху, и епископам, священникам и пастве, дабы прославить Тебя жизнью Своею. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Отдыхайте 7 минут, а потом можете поиграть. Так, не бегай, не бегай, Андрей. Завтра во сколько мы пойдем? А я у бабушки. Мне показалось, что это похоже на маму. Мы сейчас уйдем. Все входит в руку. И сейчас они пошли, за руки, за руки.